Телеканал КРТ представляє. Зараз наші маленькі українці, вони не мають можливості відвідувати школи, дитячі садочки. І ми викрутилися з цієї ситуації, тобто зараз показують по телебаченню уроки, на яких вони не можуть бути присутніми. І ми, люди, які вже не відвідуємо школу, нам дуже цікаво було подивитися, а який рівень зараз наших вчителів. Останнє, що мені дуже сподобалось, я не буду навіть там брати приклади історії, там все чудово. Але, в принципі, і географія у нас непогана. Тобто Австралія, наприклад, у нас омивається Атлантичним океаном, як ми дізналися. Ну, трошечки з уроки історії, це Іван Грозний, він з ліванцями воював для того, щоб Балтійське море, значить, вийти до Балтійського моря. Як ви вважаєте, що нам з цим робити? Ну, теперь все увидели, какую чушь детям рассказывают, в принципе, в школах. Им же то же самое рассказывают, а, возможно, еще похуже. Ну, смотрите, концепция очень простая. Поскольку Украина превращается в сырьевой придаток, да, это наше, мы являемся колонией, то образование для большей части детей на самом-то деле не нужно. Задача школы что? Научить гимн петь, вот, научить кричать «Слава Украине! Героям слава!», там, знать что-то о Бандере. В принципе, этих или… А, и хрестик ставить в зарплатных ведомостях. Этих знаний будет вполне достаточно для того, чтобы в Польше собирать клубнику. Еще в свое время, когда сюда пришли немецко-фашистские вызволители, вот, по новой концепции, примерно они в своих циркулярных письмах вы, об этом… Вы уже подручник истории, я почитал. Да, у нас были немецко фашистские вызволители и советские оккупанты. Ну, судя по новой концепции академика Ветрович. Он академик, кстати, Ветрович? Да. Академика Ветрович. Если я ошибся, принизил его звание, то прошу у него прощения. Но я бы ему дал академика. Вот, золотой малины. Вот, поэтому это лишнее. Вообще, это сидение в школе, это лишнее. Учитывая, какое будет впереди трудовое законодательство, думаю, что у нас дети будут работать с 10 лет и на плантациях у хозяина, и эти знания будут лишние. А Иван Грозный, ну да, наверное, и с Ливаном мог повоевать. И не такие... Он тоже по нашим подручникам выучался, и того он такой... Да, так, да, да. Значит, Балтийское море... Ливан. Послушайте, когда я разговаривал с преподавателями украинского языка, и они говорят на украинский язык украинский, украинская мова, то есть они за 5 лет не выучили, как называется язык, который они преподают. Мы заменили украинский язык суржиком каким-то хуторским. Ввели, у нас же снова этот правопис, у нас там и питание, и прочее, что-то все забыли про него. А я юристам советую, кстати, сейчас, если захотите поиздеваться над каким-то вредным судьей, когда он вам напишет очередное судебное решение, подайте заявление об исправлении ошибок и неточностей. И пусть эти судьи переписывают все по новому правопису. То есть надо доводить до абсурда. Они довели нас до абсурда, надо их доводить до абсурда. Пусть с ума сходят. Ну, буде загальний, спільний абсурд, і, в принципі, ми не будемо сперечатися з цим, правильно? Буде хоровод. Всі знайдемо спільну мову, і буде все добре у нас.